Привет. Поступила задача сделать вот такие кошки. Называются они кошка для снятия растяжек. Но бывалые люди мне сказали, что для снятия растяжек это полная хуйня. Единственное ее нормальное применение это срыв фугасов и срыв вроде мины, которая установлена так, что нельзя ее снять. Короче, я в этом ничего не понимаю. Мне сказали сделать и делаю. Хрень должна быть разборной, чтобы можно было удобно носить в рюкзаке, потому что вот такую вот собранную таскать с собой, ну реально не очень удобно. Делать буду кузнечно-сварочным способом. Поехали. Вот у меня валяется вот такая ржавая скоба, вот и именно из нее сейчас я все сделаю. Эта деталь будет вот этой штукой. Сейчас заузили концы. Ну а дальше посмотрите.
Вот и готовы 4 кошки. Это была первая. Такая себе. Кривоватая, конечно. Как я и говорил, кошка разбирается. И вот так она может складываться, переноситься. У меня уходит примерно 1.5 часа на одну кошку. На самом деле это много. Но, как я писал, сейчас эти штуковины продаются примерно по 300-250 гривен. Это около $10. И я считаю, что это очень дорого. За день на ЧПУ плазморезе или лазерной порезке таких штук можно, блин, наделать, я не знаю, штук 200-300 комплектов. У меня такое ощущение, что более чем 50 гривен такая кошка стоить в принципе не должна. Так что если у вас есть знакомые или у вас есть ЧПУ, плазморез или лазерная ЧПУ порезка, и вы готовы понаделать вот таких штук ребятам, напишите, мне скинули чертежи, давайте, ну, чертежи мы найдем в Украине. Потому что ребята сказали, что им нужно много. Я вот сейчас буду, как минимум 10 штук им уже нужно, это у тех, у кого я знаю. И плюс еще были вопросы от тех людей, которым я еще ничего не обещал и не договаривался еще. Но как я понял, эти штуки нужны. И они не должны стоить 300 гривен.